Тихо. Вот такая находка в лесу, блядь. Не могут нормально избавиться, блядь. Пакет завязали. Я еще думаю, что пис какой-то стоит непонятный. Теперь не знаю, что теперь делать с ними. Ой, они желтые все. Они, скорее всего, их пытались утопить, что ли, потому что там лужа с тиной. Ага. Вот, я им свою футболку постелил, на дно грелку положил с горячей водой. Так что это, единственное, голодное, скорее всего. Ну, сейчас мы как раз купились на корм. Такие щенки. Ну это вот, короче, тина, да, у них похоже? Да, скорее всего, да. Потому что я потом посмотрел пакет, на палке был такой, на длинный. То есть, видимо, их топили или что. Трындец вообще, суки, просто нет слов. Ну, ладно. Как бы пройти я не могу. Спасибо вам. Да, пожалуйста, вам спасибо. До свидания. Давай сейчас ко мне. А мы уже молоко приготовили, вот. Сейчас, короче, Юлька зайдет в ложку, подогреет молоко. Так, держи на две бутылочки. Да сейчас, мой малыш, сейчас. Да. Давай быстрее неси молоко нам. Вот дядечка им грелку положил вот снизу. Теплая грелочка. Да сейчас, мои зайки, сейчас. Вот такие малыши. Сказал, пытались утопить, потому что там палка была с пакетом привязанная. Ну, видимо, вот утопить не получилось. И решили вот так избавиться. Просто в лес пакет выбросили и все. Ну, да сейчас, зайки, сейчас. Мокрые все, давайте. Давайте, грейте, сейчас будет. Давайте, на солнышко. Давай. Давайте, зайчики, сейчас тепло будет, сейчас. Они на самом деле мокрые все и в тине. Да, зайчики мои. Да такие малыши мои хорошие. Вот черно с белым они все. Похожи на терьерчиков. Малыши мои. Сейчас Юля вам молоко принесет. Как можно было, я вообще не понимаю, как можно было вот просто взять, утопить. Или вы собаку стерилизуете, вот в конце концов, уже надоело просто вот это. Почему люди не стерилизуют животных? Разве вот это вот гуманно? Это разве нормально? Вот просто щенки в лесу живые, пищат, завязанные в пакете. Да это пиздец, извините. Присосался. Вот он прям присосался. Щенки очень слабые. Вот он кушает кое-как. Кушай, зайка, кушай. Вот они. Ест кое-как. Ест. Да кушай, мой малыш, кушай. Они намерзли, зайки. Вылетела. Стой. Давай, рот открывай. Плохо сосуд. Слабенький совсем. Выдавливать надо молоко. Думала, что намерзлись. Малышей в клинику Интера привезли. На осмотр, что-то они у нас молоко особо не хотят пить. Вот сейчас посмотрит их доктор. Нет, утопленники. Пальчики. Их не дотопили, выкинули. Блин, капец, какой. Ну, вот они молоко не пьют. Да, и в воде, соответственно. Мы сейчас обтерли. В любом случае придется их проколоть антибиотиками и амоксициллином, потому что они уже подстывшие щенки, могут быть пневмония на этом фоне может быть у ребятишек. Вот. Пупочки нужно будет обрабатывать ларгексидином.
Только они розовые у вас. Щенки. Они только рожденные. Ну они да, они только рожденные. Только рожденные. Это вот день-два, не больше, совсем маленькие щенки. У них еще пупочки даже не подсохли. Когда еще щенков? Сегодня утром. Сегодня, ага. Может быть, даже сегодня рожденную ночью, допустим. И последнюю. Смотрите, нужно будет проколоть им амоксициллин через день 5 инъекций. Так. И нужно будет катазал по кубику ставить. Что для стимуляции аппетита. Да, тихо-тихо. Угу. Это вот мы поставили. Угу. Тихо. Это малыши переохлаждение, возможно, чтобы у них пневмонии не было. Да, поэтому антибиотики. Антибиотики. Вот они все. Все, молодцы, помнится. Все. Вот. Поэтому, слава богу, они не нахлебавшиеся. Потому что если были бы нахлебавшиеся, то 100%. А так может быть еще откачать. Единственное, что, конечно, переохлаждение, что может дать там самое опасное для них? Это именно почки воспаления. Вот это самое страшное для них. Не хотят вообще есть. Потому что у них катаничные, их нужно согреть по-хорошенечку щенков. Они холодные. Так, вот были на приеме в клинике, щенков переохлаждение, дали нам тут лекарства, набрали вон шприцы с лекарством, вот, вот здесь, где там они шприцы, вот они иголочки, а, и чек, вот столько мы заплатили, вот. Так что желающие помочь в содержании щенков могут переводить денежки на наши реквизиты. Все это лечение недешево. Давай.